Есть остров, овеянный поэзией античных мифов. Здесь, по преданию, вышла из пены морской богиня любви и красоты Афродита, Афродита Киприда. История острова связана с героями Троянской войны, сказаниями Гомера. Здесь разыгралась трагедия Отелло и Дездемоны. О легендах и реальной истории острова расскажет наш фильм. Остров в Средиземном море, самом большом море нашей планеты. Территория острова меньше 10 тысяч квадратных километров. Страну можно проехать на машине за 3-4 часа. Населяют Кипр 650 тысяч человек, киприоты, большинство греки, 1/5 турки. Столица острова – Никосия. В византийское время город назывался Левконикон, что значит «тополиная долина». Дома из бетона и стекла заняли место древних тополей. Большинство зданий в Никосии построено в последние годы, что и определяет нынешний архитектурный облик города. Многоэтажные дома строятся с широкими окнами, пропускающими много света и воздуха, но затененными от ярких солнечных лучей глубокими балконами и лоджиями. Это спасает жителей от изнуряющей летней жары. Как правило, в нижних этажах зданий размещаются магазины. Архитектурные ансамбли, в которых сочетаются постройки многих стилей и эпох, отражение бурных событий богатой истории города и острова. Оборонительные стены, построенные в XVI веке, говорят об истории господства венецианцев. Трое ворот вели из средневекового города. Одни из них открывали путь на восток, на Фамагусту. Стены правильным кольцом опоясывали город, а за их пределы выступали 11 бастионов высотой до 9 метров. Сейчас старый венецианский город со всеми своими укреплениями в черте Новой Никосии. Уже в восточном стиле был построен новый архиепископский дворец. Перед дворцом памятник архиепископу Киприану, казненному турками в 1821 году. После 300-летнего господства Османской империи Кипром овладели англичане, и этот президентский дворец раньше был местом пребывания английского генерал-губернатора. В 1931 году тысячи киприотов собрались в его резиденции, требуя предоставления независимости. Мирную демонстрацию расстреляли. В этой пролитой крови родилось восстание, которое охватило весь остров. В борьбе киприотов за свою свободу посвящен Национальный музей в Никосии. Его директор Андреас Неофиту говорит. Кипрский народ всегда стремился к свободе. Последними завоевателями Кипра с 1878 года были англичане. На различных этапах борьбы кипрский народ и его лидеры требовали права на самоопределение. Эти требования усилились во время Второй мировой войны, когда киприоты вместе с союзниками сражались за свободу народов против фашизма и нацизма. Они обоснованно ждали, что им будет предоставлена свобода, но английское правительство ответило отказом. Этот памятник на одной из центральных площадей Никосии, памятник свободы, посвящен борцам за независимость Кипра. В этой борьбе участвовали все слои кипрского народа, крестьяне, рабочие, буржуазии, духовенство. Кипру была предоставлена независимость. Независимость, отравленная сохранением английских военных баз и будущим пожаром национальных розней. Между турками и греками спровоцировали столкновения.
На остров высадились турецкие войска, захватившие всю северную часть острова. Живших там греков выселили, лишив крова. И вот играют духовые оркестры, а девушки из Красного Креста собирают средства в помощь пострадавшим. Главная улица Никосии Лидра выросла на месте античного города Лидра и с незапамятных времен носит его наименование. Сейчас это торговый центр города, сплошные ряды магазинов, большая часть покупателей – иностранные туристы. А в конце Лидры – мертвый тупик. Зеленая линия – граница, разделившая греков и турок в Никосии. На месте этих разрушенных жилых домов и предприятий, когда-то процветавших, – запустение. Военные посты греков и турок, киприотов – и присланных на Кипр войск ООН. На Кипре часто прошлое перекликается с настоящим. В трудных условиях бесконечных войн, набегов и порабощений киприоты создавали свою самобытную культуру. Современная жизнь вытесняет старые обряды и традиции, и зачастую только в музеях можно почувствовать дыхание веков. Этому и служит музей народного творчества. Собранные в музее предметы были в обиходе киприотов последние 200 лет. Ткани ручной работы из шелка, льна, шерсти и хлопка, кружева киприотки изготовляли в приданое своим дочерям. Резная мебель, керамика, посуда из цветного стекла до сих пор встречаются во многих кипрских домах. Сцену подобной свадьбы можно увидеть в деревнях. В полном соответствии с требованиями традиций проходит свадьба в деревне Филетра, около города Пафос. За неделю до свадьбы из дома в дом всей деревне разносят приглашение, специально выпеченный хлеб. Хлеб – символ Деметры, богини плодородия и земледелия, покровительницы брака и семьи. В деревне живет 300 крестьян, занимающихся виноградарством и животноводством. Во дворе дома невесты очищают зерно и сушат на специальной простыне. Молотить его начинает жених. И потом к работе приступают мужчины и женщины деревни.
Приготовленное зерно рассыпают по небольшим глиняным корытцам и 7 раз промывают под ритуальный танец. Утром, в воскресенье, подруги невесты убирают ее комнату. Семь женщин шьют брачную постель, украшая ее по углам красными лентами, символом защиты семейного очага. По постели катают маленького ребенка, чтобы до богини дошла мольба о наследнике. После венчания молодых с веткой оливы встречает мать невесты. Целую ночь готовится к трапезе. К свадебному столу готовит обычно зерно с мясом. Утром мать невесты первой стучит в дверь молодых. Над их головами разламывают хлеб, символ благополучия. Танцем жениха и невесты начинается трапеза. Thank you.
центре Никосии недавно создан уголок народного творчества, где можно познакомиться с традиционным искусством кипрских ремесленников. Туриста знакомят там с традиционной кипрской архитектурой. Он может посмотреть, как создаются знаменитые кипрские вышивки. Как обрабатывают серебро и другие драгоценные металлы и камни, превращая их в ажурные украшения. Можно посмотреть и даже купить на память плетеные, как в старину, корзины и сумки. На Кипре, этом кусочке суши в Средиземном море, расцвела культура островов Эгейского моря, Крито-Микенская и, наконец, величественная древнегреческая цивилизация. Сюда проникали достижения культуры народов Востока. Об этом рассказывает Кипрский музей, где собрана богатейшая и ценнейшая коллекция памятников древнего искусства. Здесь есть экспонаты эпохи неолита, найденные в Хирокитии, уникальном археологическом памятнике, повествующем о бытии и культуре древнейших обитателей Кипра. Преподаватели истории Кипрула Макри и Панделис Макрис рассказывают: Хирокития – наиболее древнее поселение, известное на Кипре. Считают, что остров был заселен 6 тысяч лет до нашей эры. Поселение относится к эпохе неолита. Об этом говорят формы раскопанных строений, камни, из которых они сложены. Поселение было расположено именно здесь, так как внизу протекала река. Она давала людям воду и наносила камни, материал для строительства жилищ. Схема расположения строений весьма характерна для эпохи неолита. Все строения круглые, ульеобразной формы. Помещения не разделялись на комнаты и использовались одновременно как столовые, спальни, мастерские. В более ранний период там даже хоронили умерших. Только позднее могилы стали выносить за пределы строений, в специально отведенные для захоронения места. Поселение Хирокитии существовало в течение многих тысячелетий. В сущности, это были три поселения, сменявшие друг друга. Находки, сделанные в Хирокитии, говорят о высокоразвитой тогда на Кипре культуре неолита. В Кипрском музее прослеживается развитие цивилизации Кипра. Находки говорят о развитии земледелия и животноводства. Внимание посетителей музея всегда привлекает глиняная модель священного участка, созданная в конце 3-го тысячелетия до нашей эры. Маски быков и змей изображают почитавшихся тогда божеств. О развитии искусства повествуют керамика и красиво раскрашенные вазы. Их изготавливали и для украшения жилищ, и для ритуалов. Это одни из самых древних памятников художественного ремесла. В своеобразной раскраске ваз отражается кипро-микенский стиль. Для него характерны большие сосуды с изображением людей, животных, птиц. Сохранение микенских традиций в сочетании с более древними исконно кипрскими элементами культуры и придало кипрской цивилизации свое удивительное и неповторимое своеобразие. Найденные на Кипре глиняные египетские статуэтки говорят об обширных связях острова с Древним Египтом и странами Ближнего Востока. Богатейшая история острова, его природные красоты и климат привлекают на Кипр много туристов. Для Республики Кипр это значительная статья дохода. Вот
Кипр – самый солнечный остров в Средиземном море. Кипр – это рай для туристов. Ни одна страна не может соперничать с Кипром по гостеприимству, повествует реклама. И в этой рекламе много истины. На острове 340 солнечных дней в году. Для купания – кристально чистая вода. Берега, где оборудованы пляжи, песчаные и живописно красивы. Большинство промышленных предприятий на Кипре мелкие. Лишь недавно было построено несколько крупных, таких как цементный завод близ Ларнаки. Оператор завода Неофитос Макридис говорит. Завод называется «Василикон». Таких заводов на Кипре два. На заводе производят цемент как для внутренних нужд Кипра, так и на экспорт. Сырье для завода добывается рядом, в каменоломнях. Чтобы создать условия для отправки цемента за рубеж, рядом с заводом построена небольшая гавань. Василикон – молодое предприятие Кипра. Строить его помогал киприотам и Советский Союз. Есть близ Ларнаки крупный нефтеперегонный завод. На Кипре нет запасов угля и нефти. Завод работает на привозном сырье. Производит бензин и другое топливо в острой конкурентной борьбе с западными монополиями. Бензоколонку, торгующую бензином завода, здесь, как и везде на Кипре, окружают бензоколонки западных фирм. Ведущая отрасль сельского хозяйства на острове – земледелие. Благодаря климату киприоты уже в мае собирают урожай зерновых. Собирают, если есть вода, если осенью и зимой выпали обильные дожди, и снега задержались в горах. Чтобы собрать и потом использовать воду, строится водохранилище. Их строительство – особая забота государства, ведь от запасов воды зависит урожай и почти вся хозяйственная жизнь острова. Много винограда, цитрусовых, овощей Кипр вывозит на зарубежные рынки. Ранний урожай плодов и овощей, в том числе молодого картофеля, отправляют в северные европейские страны на самолетах. Это очень дорого, и, естественно, объемы таких поставок невелики. Ранние кипрские овощи и фрукты попадают на столы лишь тех, кто может хорошо заплатить. Проблема сбыта – серьезная проблема кипрских земледельцев. Внутренний рынок не такой уж большой. Многие жители городов сохраняют тесную связь с деревней. Там их родственники выращивают овощи и фрукты, которые поступают в город, минуя магазины и рынки. Уход сельских жителей в города создает проблему рабочей силы на селе. Поэтому на уборку урожая с трудом набирают подъемщиков. А все это отражается на ценах товаров. Продажная цена фруктов в городе повышается в несколько раз. Это объясняется тем, что львиную долю доходов получают торговцы-посредники, скупающие у крестьян их продукцию. Крестьян заставляет обращаться к ним острая проблема сбыта. Чтобы освободиться от эксплуатации посредников, в некоторых деревнях создаются кооперативы.
После провозглашения независимости кипрское правительство проводило курс на неприсоединение к военным блокам. Такое правительство мешало. Последовали трагические события 1974 года. Греческая хунта черных полковников организовала мятеж на острове. В ответ Турция высадила свои войска на севере острова, оккупировав 40% территории. Огонь сражений прошелся по плодородным полям. Этому не смогли помешать и солдаты ООН. Кипр был разрезан. Военная граница разрубила хорошо налаженные хозяйственные связи. Греческие путчисты хотели убрать архиепископа Макариоса, президента республики. Президентский дворец до сих пор хранит следы пули снарядов. Имя Макариоса неразрывно связано в сознании киприотов с постоянной борьбой за национальную свободу и независимость. Символические слова «Макариос жив» говорят о готовности кипрского народа бороться за принципы Макариоса, за территориальную целостность государства, за мирное решение кипрской проблемы. Борьба киприотов носила и носит всенародный характер, и дань памяти Макариосу также всенародна. Центральное учебное заведение Кипра – Всекипрская гимназия. Она была создана в 1812 году. Много внимания уделяется в гимназии изучению богатейшей истории цивилизации острова, начиная с мифов и легенд, с Илиады и Одиссеи Гомера. Характерно, как отвечает ученица гимназии Елене Танизью на вопрос о Гомере. Много точек зрения существует о месте рождения Гомера. Некоторые считают, что он родился в Смирне, в Эфесе. Существует и мнение о том, что Гомер родился на Кипре. Во всяком случае, в нашем языке много слов из гомеровского эпоса. Нас многое связывает с Гомером. Многие города Кипра, их улицы, археологические места носят имена гомеровских героев, связанные с мифологией Древней Греции. Город Пафос объявлен ООН городом-музеем. Его памятники включены в список мировых шедевров. По преданию, Пафос был основан вождем ахейских греков Агапероном, попавшим на остров при возвращении из-под Трои. В толще пафосской земли хранится много интересных памятников. Археологические работы здесь только начались. Впечатляющее древнее сооружение – царские гробницы. Огромные залы высекались в скале и были открыты сверху. Каменные лестницы вели вниз с поверхности скалы. Дорические колонны окружали помещение, поддерживая боковые своды. Погребальные камеры высекались в той же скале в глубине. Уже в древности они назывались царскими, хоть царей в них не хоронили. Гробницы строили в III веке до нашей эры, когда царей на Кипре не было, и остров находился под властью Египта. В 58 году до нашей эры власть над островом перешла к Риму. К римскому времени относится строительство святилища Аполлона. Римский император Август объявил Аполлона своим патроном. И в честь него строились храмы в Риме, на Кипре и в других владениях императора. Храм Аполлона реставрируют, стараясь воссоздать его прежний вид. Об этом говорит Михалис Иоанну, мастер-реставратор. Сказано,
Мы ведем восстановительные работы в храме Аполлона. Удивляемся высокому качеству труда древних мастеров по обработке мрамора. Стараемся работать так, как работали древние мастера. Используем приблизительно те же инструменты, которые применялись тогда. Молотки, сверла. Бог Аполлон особо почитался у киприотов. И в течение веков в святилище Аполлона скапливались огромные богатства, приношения Богу. Никто не отваживался их похитить. Культ Аполлона отражен в Кипрском музее. Одна из уникальных скульптур – статуя Аполлона. Кипр в древности был одним из главных мест культа Афродиты, богини любви и красоты, она же и богини плодородия. Город Курион – один из древнейших центров Кипра. Жизнь здесь началась еще в Микенскую эпоху, а своего расцвета достигла в римское время. Римская культура распространилась по всему Кипру, о чем говорят экспонаты музея, привезенные из различных мест Кипра. Шедевры искусства древности, скульптура Эрота, огромная бронзовая статуя римского императора Септимия Севера. Из сооружений Куриона хорошо сохранился лишь театр, построенный на склоне холма, обращенном к морю. Может быть, именно таким расположением объясняется удивительная акустика театра. Во время господства римлян здесь ставились представления с травлей диких зверей. Для этого убирались передние скамьи, а сцена ограждалась. Сейчас в театре ставятся античные трагедии. В период римского господства многие дворы храмов и зданий богатых горожан украшались мозаикой, которая отражала известные мифы и легенды античного мира. Римская городская вилла в городе Пафосе, ныне музей с великолепными мозаиками, главная археологическая достопримечательность города. Мозаика «Пирам и Фисба» рассказывает трагическую историю двух влюбленных. Мозаика с изображением Ганимеда, похищаемого орлом. По сюжету мозаики, где бог вина Дионис едет на колеснице, запряженной двумя пантерами, все здание получило название «Дом Диониса». Одна из мозаик изображает бога Диониса, передающего людям свой дар – виноделие. Икарий – первый, кого Дионис научил получать вино, и рядом два опьяневших человека. Внизу характерная надпись «Те, кто первыми пили вино». С давних пор виноградарство и виноделие – одно из основных занятий кипрских крестьян. Вино считалось священным напитком, и пить его по будням было грешно. Кипрские виноделы – отличные мастера, и качеством выпускаемых вин и коньяков гордится крупнейший завод Кипра «Лоэл». Экспорт вин – главная задача завода, от решения которой зависит благосостояние многих семей виноградарей. Богатейшие плантации винограда
расположены близ средневекового замка Колосси. Здесь растет виноград, из которого производят вино Командария по наименованию Комодорство. А сам замок связан с историей завоевания Кипра крестоносцами в XII веке. Штормовые ветры прибили к берегам острова корабли крестоносцев. Среди них были английский король Ричард Львиное Сердце и его невеста Беренгария Наварская. Крестоносцы захватили Кипр, сменив господство византийцев на острове. На южном побережье Кипра расположен небольшой город Ларнака. Его отличают от других городов острова характерные ряды пальм на набережной. Ничто здесь уже не напоминает ни о мифическом основателе города Хиттиме, внуке библейского Ноя, ни о фактических его основателях, ахейцах. Здесь родился великий философ античности Зенон, бюст которого воздвигнут на центральной площади города. Естественно, что именно уроженец Кипра, где сталкивались и взаимообогащались многие культуры и религии, создал философию всемирного единства и всеобщей добродетели. Триста лет Кипр был под властью Османской империи. Турецкие солдаты и крестьяне-переселенцы составили основу турецкой общины на Кипре. Для них строились мечети. Мечеть Кала-Султан сохраняется как памятник культуры. Многих завоевателей пережил Кипр. И, конечно, перемены в жизни острова оставляли свой след, в том числе и в архитектуре. Характерным примером служит церковь святого Лазаря близ Ларнаки. Выстроенная еще в IX веке при византийцах, церковь была православной, при лузиньянах стала католической, во время господства Османской империи была перестроена в мечеть и сейчас снова стала христианским храмом. Как шедевры живописи хранятся в церкви иконы, созданные еще в XI веке. Разрушались, перестраивались, служили разным хозяевам и средневековые здания и крепости. На развалинах византийской крепости, защищавшей город Пафос от арабов, лузиньянцы построили крепость для защиты от турок. Ее перестроили венецианцы. Захваченная турками, она была превращена в тюрьму. Ныне это музей. Удобная бухта Пафоса давала пристанище военным и торговым судам многих стран. Расположенные на пересечении путей между Европой, Азией и Африкой, Кипр был связующим звеном народов Востока и Запада, а Пафос использовался как центр торговли. Сейчас в бухте Пафоса яхты туристов и рыбачьи лодки.
Роль морских ворот принял на себя второй по величине город республики Лимассол. Теперь это основной порт острова. Флаги многих стран развиваются у причалов и на рейде порта Лимассол. Частые и желанные гости в главных морских воротах Кипра – советские суда. Когда в 1960 году Кипр стал независимым государством, страна Советов протянула молодой республике руку дружбы и сотрудничества. Постоянное развитие торговых связей характерно для отношений наших стран. Из Советского Союза идут необходимые Кипру мазут, пиломатериалы, сельскохозяйственное оборудование и многие другие товары. А Кипр поставляет нам традиционные товары своего экспорта – изюм, цитрусовые, фруктовые соки. Лимассол – город докеров и рабочих. Здесь в 1920 году возник первый марксистский кружок, а через 6 лет родилась коммунистическая партия Кипра. Ее преемницей и наследницей является партия АКЕЛ – прогрессивная партия трудового народа Кипра, наиболее влиятельная партия в стране. Лимассол быстро растет и развивается. Традиционные торговые улицы становятся тесными. Центральный проспект нескончаемо тянется вдоль моря. У киприотов большой интерес к советской стране. Есть отделение Кипро-советского общества в Никосии, Ларнаке, Пафосе и в Лимассоле. Президент Лимассольского отделения общества – выпускник первого Московского медицинского института Васос Пупис. Одна из основных задач Кипро-советского общества – организация школы русского языка. Эта школа с большим успехом работает уже 10 лет. Наше общество стремится ознакомить киприотов с жизнью СССР во всех областях. Для этого мы проводим выставки, приглашаем советских артистов, ученых, которые выступают здесь с лекциями, отмечаем национальные праздники и памятные даты Советского Союза, демонстрируем советские фильмы. Мы стремимся укреплять дружбу между нашими народами, а единственный путь к этому – взаимное знакомство. Многие киприоты получили образование в Советском Союзе. Они работают врачами, учителями, инженерами, архитекторами. Выпускник Московского архитектурного института Маркос Барджилис строил это здание в столице Кипра – Советский культурный центр. Здесь и театр, где выступают советские артисты, кинотеатр, школа русского языка, лекторий. Часто здесь организуются различные выставки. Делегация советских архитекторов показывает киприотам выставку «Советское градостроительство». Советский культурный центр – это дом дружбы советских и кипрских людей. Республика Кипр – молодое государство, но уже традиционными стали международные промышленные выставки и ярмарки в его столице Никосии. Участие многих стран и отдельных фирм в таких ярмарках – свидетельство растущего авторитета молодой республики Кипр. Советский Союз – постоянный участник этих мероприятий. Гость советского павильона, президент Республики Кипр Спирос Киприану. В павильоне президент знакомится с образцами советских промышленных товаров,
поставляемых на Кипр, с выставками, рассказывающими о жизни в Советском Союзе. Многие экспонаты свидетельствуют о традиционной дружбе между нашими народами. Корни русско-кипрских связей уходят в далекое прошлое. О них писали еще в XII веке русские монахи, посещавшие Кипр. Память о давних связях хранит крупнейший монастырь Кикку. Кикку – самый богатый монастырь на Кипре. Его земельные владения разбросаны по всему острову. Монастырь поддерживал тесное отношение с русской церковью. Здесь хранятся дары, присланные на Кипр из России. Монастырь неоднократно горел и восстанавливался. По описанию русского монаха Парского, посетившего Кипр в начале XVIII века, ведется реставрация древних росписей. В юго-западной части острова горный массив Троодос, почти единственное место, где сохранились сосны, кипарисы, кедры. В далеком прошлом весь остров был покрыт лесами. Это был знаменитый кипрский корабельный лес, из которого строили морские корабли. Сейчас кипрское правительство объявило зону лесов государственным достоянием. Самая высокая точка Кипра – гора Олимп. По преданию, как и в Древней Греции, на Кипрском Олимпе восседали боги, с высоты наблюдая за людьми и вмешиваясь в их судьбы. Теперь англичане на вершине горы установили крупнейший военный радар. С вершины Олимпа ведутся телевизионные передачи. На воспетом в легендах острове, за долгие века не раз пережившим расцвет и падение, по праву гордящимся своей историей и памятниками человеческой цивилизации, народ и сейчас ведет напряженную борьбу. Трудолюбивые и жизнерадостные киприоты с оптимизмом смотрят в свое будущее.